Двумя ногами ему как бы на бедра. Аккуратно, аккуратно. Видите, сзади меня стоит Райан Гослинг. Добывает купюры из унитаза. Привет, это Эд Пит Влог. Сегодня мы едем снимать в лес и не только. Поехали. Мы идем искать локацию. В общем, вот такой вот радиус. Отсюда до туда. Вот так вот мы можем, в принципе, полетать. Мы продолжаем наш видеоблог. Снимаем летнюю погодку. На улице минус 15. Видно? Да. Мы на съемке рекламного ролика, не скажу какого пока. Мы снимаем сегодня успешных людей. Видите, сзади меня стоит Райан Гослинг. Двумя ногами ему как бы на бедра. Аккуратно, аккуратно. Так, а это Вова добывает чистую прибыль. Добывает купюры из унитаза. Шифруется, шифруется. Да, давай, включай. Мы вообще сейчас хотим снимать, но все побежали на кормежку. Что выберешь, пиццу или гонорар? Что выберешь, пиццу или гонорар? Подскажите, в чем залог успеха хорошего звука? Много денег. Чем больше денег, тем лучше звук. Так, после выдачи гонорара еще и остается сдача уборщику помещения. Больно! Ты плохой! Ты плохой по-хорошему. Оператор со звукачом проверяют звук. О, это уже другая съемка пошла, конечно.